Двухдневный марафон стартовал в Улан-Удэ. Федеральные эксперты и активисты города увидели, что планируют изменить на площади революции или как уже меняются дома проекта «Старый город». Мы в Улан-Удэ проводим марафон быстрых изменений городских, Urban Sprint. Это такой марафон среди городов. Ну, это уже 7-8 город, в котором мы такие мероприятия проводим. И наша задача здесь обсудить развитие центральной части города Улан-Удэ с разными общественными представителями, людьми, которые принимают решения относительно того, как будет развиваться город, и понять, как эти усилия могут быть объединены. Мне кажется, что в Улан-Удэ настолько много интересных элементов уникальных, что, в принципе, надо ставить задачу, а как вот сделать такой город, который прям миру будет интересен. Не только улан-удэнцам, не только каким-то соседним регионам, а в целом это прямо международный уровень. По итогам экскурсии участники высказали свое мнение о ключевых местах развития центра Улан-Удэ. Изучили объекты, которые нужно восстановить или создать, а на круглом столе решали, как должны взаимодействовать друг с другом власть, бизнес и общественники. Начинаем работу по подготовке и развитию центральной части города Улан-Удэ. На участие федеральных экспертов, которым мы очень благодарны за поддержку и вот нашей команды. И сегодня эксперты выступят и поделятся своим опытом. Будет обсуждение именно общественности, профессионального сообщества. Сейчас разрабатывается проект планировки центра Улан-Удэ, поэтому учитываются все мнения и предложения. Тема нашей сегодняшней сессии будет основная. Это посвящена тому, чтобы понять, как можно вот те уже наработки, которые были в предыдущей итерации сделаны, какие-то объединить в некое какое-то одно первичное видение и выдать какую-то предварительную дорожную карту о том, как вообще действовать с городским центром. Самая главная задача всех наших дел, всех наших проектов – это сохранить то наследие, которое у нас есть, и вдохнуть жизнь в те дома, сделать какую-то инфраструктуру, какие-то интересные локации внутри, но с сохранением внешнего облика, с полным вот соблюдением той старой ауры старого города, чтобы это все осталось на века. У нас 12 исторических кварталов, где достаточно большое скопление памятников исторического наследия. Вот. И мы один квартал делаем уже Соборный, на улице Соборной, второй делаем уже Бурятский, это Бузный квартал. Мы стараемся, чтобы у нас центр города Улан-Удэ, он ожил, чтобы здесь была точка притяжения. Вот. Не исключаем, хотя бы появление квартала фермерской продукции, то есть чисто экологической. Поэтому такую работу мы ведем. Urban Sprint – новый проект акселерационной программы «100 городских лидеров». В Urban Sprint приняли участие наши урбанисты, архитекторы, которые поработали с экспертами агентства стратегических инициатив. Мы хотим оживить исторические кварталы, включить их в социально-экономическую жизнь нашего города. Благодаря активности горожан Улан-Удэ стал 10-м городом России для проведения марафона городских изменений Urban Sprint. Чингис Ихунаев, Владимир Попов, Эрдем Гармаев, телекомпания АТВ.